свидетельствовавший тебе, возлюблена Бога сильно именуя, иду в виде голубине, известно ваше слове все утверждение, являйся Христе Божий, и мир просвещай славу. Евангелисты единогласно свидетельствуют, что Дух Святой сходит в день Крещения Господня на мало кому известного тогда Иисуса из Назарета. Дух Святый видит глубинам, и глаз раздается: «Сей Сын есть мой возлюбленный, о нем же благоволих». Сегодняшний праздник являет Христа, Спасителя, большому количеству людей. И сегодняшний праздник является явлением Бога от Бога, когда Бог Отец проявляет могущество, действо, силы Пресвятой Троицы. И Дух Святый сходит на возлюбленного Сына, и Бог Отец гласом своим свидетельствует великую истину, истину, что Бог Отец, Бог Сын и Дух Святый, во имя которых мы крещены, является нашим Богом истинным.